Девочки, здравствуйте. Вы местные жительницы, я так понял. Да. Видели начало пожара? С чего здесь началось? То есть началось с того, просто дым был по всему району. Сидела дома, посмотрела в окно, и дым на всем районе. Вышла на улицу, начала что-то стрелять, потом приехала пожарная и начала гореть крыша. Но это, скорее всего, с середины горело. Но сначала ничего не было видно вообще, из-за чего это. Ну, дым был, в общем. А скажите, ну вот вам известно, что это за заведение? Это тюрьма. Это тюрьма. Номер не знаете? 43-я, подсказываю вам. 43-я тюрьма. Да, зона. Я понял. Ну, неизвестно, что это за здание. Вон уже, кстати, пожарные начали. Да, пожарные тушат уже минут 30. Тушат, да. Никак не потушат. А вот воду только сейчас включили. Ну, давайте посмотрим, сейчас увеличим. Вон, видите, работает сейчас. И нужно, чтобы вы представились еще по имени. Добрый день, Харьков. Читали новость в «Украинской правде» 12.03. В зону АТО могут включить часть Харьковской области. В честь чего, вообще непонятно. Добрый вечер, Леночка. Я сами еще голову ломаю. Девочки, и можете представиться, как вас зовут? Меня зовут Катя. Аня. Все такие харьковчанки красивые, да? Спасибо. Спасибо, девчонки.